Случаев заражения коронавирусной инфекцией в республике становится все меньше. За прошедшие сутки диагноз коронавирус поставлен 45 жителям, 42 выздоровели. Снимут ли часть ограничительных мер, обсуждали сегодня на заседании оперативного штаба. Пока ситуация стабильная, но весна может качнуть маятник в сторону увеличения сезонных простудных заболеваний. Поэтому меры безопасности никто не отменял. Масочный режим действует. Дезинфекция территорий тоже в силе. На сегодняшний день уже выведено достаточно большое количество коек из-под ковидных. И таковыми на сегодняшний день является примерно около 1200 коек. Ну и радует то, что у нас больше недели количество людей, которые лечатся стационарно в системе здравоохранения от коронавирусной инфекции, меньше, чем 1000 человек. Показатели заболеваемости коронавирусом в республике на 1,8% ниже, чем по всей стране. В связи с ухудшением ситуации многих родителей волнует вопрос, смогут ли их дети лето провести в детских лагерях. С 27 марта у нас уже по плану должна стартовать летняя кампания по путевкам. Считаем, что мы максимально должны заполнить наши лагеря и наши инициативы. И мы вышли на Роспотребнадзор с предложением все-таки сделать 100% заполняемость и на себя взять ответственность по вместе с Минздравом, в том числе по качественной организации и безопасности наших детей в каникулярный период. Роспотребнадзор республики рассматривает вопрос изменения действующих санитарных правил. Они коснутся в первую очередь требований по приему в лагеря. Обязательно наличие двух справок об эпидокружении и об отсутствии контакта с больными COVID-19. Возможно, будет принято решение о круглосуточном проживании персонала на период смены. И, конечно, есть необходимость еженедельного тестирования работников на опасный вирус. Инесса Потапова, Алексей Зотиков, Андрей Шоклев, Республика.